Здравствуйте. Это программа «Территория права». В крупных городах появились новые виды квартирного мошенничества. Все они касаются жилья, в котором в силу разных обстоятельств их собственники не живут постоянно. В одном случае преступники снимают хорошее жилье, платят хозяевам за несколько месяцев вперед и, подделав документы, продают квартиру. Во втором находят чужую новостройку, демонстрируют покупателям не свою квартиру и также продают ее по подложным документам. Идея купли-продажи – самая распространенная афера, которую используют мошенники. Для того, чтобы ее провернуть, преступник находит съемное жилье или втирается в доверие к одинокой женщине, мужчине, пожилому человеку. И пока собственник находится в отъезде или просто на работе, получив временный доступ в чужую квартиру, начинает искать покупателей. Мошенник редко ограничивается одной жертвой, в короткий промежуток ведет дела с разными покупателями так, чтобы они не столкнулись друг с другом. Приводит их на осмотр квартиры, получает аванс за будущую сделку, заключает предварительный договор купли-продажи. Обычно при этом предъявляет поддельные документы или поддельную доверенность с подлинными документами на чужую квартиру. Так, в договоре указан срок заключения сделки. К установленному сроку мошенник старается получить аванс от одного или нескольких человек, а затем скрыться. Так как же не стать жертвой мошеннических действий? На что нужно обратить внимание? В прямом эфире программы «Территория права». И сегодня мы разбираемся с Ольгой Николаевной Булатовой, консультантом Нотариальной палаты Самарской области. Вот в этих тонкостях, в этих вопросах, если вы столкнулись с такой ситуацией, уважаемые телезрители, тема злободневная, звоните к нам в эфир 202-11-22. Телефоны в студии работают, дозванивайтесь. Ольга Николаевна, так как обезопасить себя вот от подобного рода афер? Для того, чтобы обезопасить себя от подобного рода афер и вообще обезопасить себя при приобретении либо отчуждении недвижимого имущества, конечно, необходимо совершать проверку, юридическую проверку чистоты сделки. Кто осуществляет юридическую проверку чистоты сделки? Ну, во-первых, конечно, это можно сделать, попытаться, я бы сказала, сделать самостоятельно, но не имея юридического образования, не имея инструментов нужных для того, чтобы совершить эту проверку, обычному гражданину это не то, что трудно, а практически и невозможно должным образом провести и проверить документы. Те примеры, которые вы приводили, как я полагаю, здесь шла речь о сделках, которые были совершены в простой письменной форме, без участия нотариуса, потому что если для совершения сделки обращались к нотариусу, то уже в процессе подготовки нотариального удостоверения, даже не в сам день сделки, можно было выявить проблемы, недочеты, а в некоторых случаях, да, к сожалению, и подлог документов. Необходимо отметить, что, скорее всего, подложные документы к нотариусу для нотариальной сделки бы даже не стали предъявляться, потому что мошенникам хорошо известно, что нотариус будет проверять доверенность не только в реестре доверенности, который является открытым, и проверить можно, удостоверялась та или иная доверенность на сайте Федеральной нотариальной палаты, указанный реестр есть, да, сверить номер бланка, но, к сожалению, в настоящий момент идут впереди вместе с развитием технологий и мошеннические действия. В реестре доверенностей готовят поддельную доверенность, которая имеет идентифицирующие признаки соответствующие, но текст иной. Для этого нотариус проверяет доверенность не только путем обращения к сведениям и сопоставления номера бланка, реестрового номера, но он еще вправе запросить и сканообраз, который хранится в единой информационной системе, и проверить текст той доверенности, которая представлена ему, и текст доверенности, который действительно нотариально удостоверялся. Если же мы говорим о поддельных документах, удостоверяющих личность, в данном случае нотариус, поскольку при обращении к нему гражданина он будет устанавливать личность обратившегося лица, конечно же, он будет не только сравнивать фотографии лица, которые стоят перед ним, с фотографией, которая находится в документе, удостоверяющем личность, но еще будет и смотреть сам документ, не обладает ли данный документ признаками подделки. Если... То есть нотариус на подлинность проверяет все буквально документы? Все документы, которые, да. Если возникают сомнения в подлинности документа, нотариус в данном случае
может обратиться, приостановить совершение нотариального действия, обратиться, сделать запрос. Более того, сведения о поддельных паспортах, ну, если, предположим, не совпадают даты выдачи, номер выдачи паспорта, нотариус также получает посредством информационного взаимодействия. Хотелось бы отметить, что проверка чистоты сделки необходима не только, когда опасаются мошеннических действий и именно поддельных документов. Вроде документы в порядке. Так. Поддельных нет, нет подделок. Но гражданин, приобретатель, да, может не знать, а лицо, которое продает, может даже и не догадываться, что, оказывается, продаваемая, отчуждаемая недвижимость отчуждается с обременением, с неким. Предположим, квартира была... В залоге вы имеете в виду? В залоге. Ну, если залог еще достаточно легко проверить, так. Это сведения Единого государственного реестра недвижимости. Предположим, квартира приобреталась в порядке приватизации. Право приватизировать жилое помещение имеют у нас все граждане, которые зарегистрированы в данном жилом помещении по месту жительства. Право у них есть, но все ли граждане это право реализовали? Они могли не участвовать в приватизации, отказаться, выдать согласие, чтобы квартира оформлялась в собственность иных лиц без их участия, сами остались проживать в данной квартире. И жилищный кодекс защищает права таких граждан, сохраняя за ними право проживания в этом помещении, даже если оно будет отчуждаться. Поэтому нотариус, совершая сделку, он проверяет, а нет ли в квартире лиц, которые имеют право проживать в отчуждаемом жилом помещении. Если данные лица выявлены, он разъясняет приобретателю, что... Приобретая помещение, здесь еще есть и иные лица. Которые также могут подать на приватизацию, соответственно. Нет, не на приватизацию. Приватизация – это передача в собственность гражданина. Была муниципальная собственность, передали в собственность граждан. Да, собственность сейчас частная. Да, собственность определенного гражданина, но иное лицо, которое отказалось участвовать в приватизации, но когда-то проживало в этом помещении, было зарегистрировано, у него осталось право... Он не собственник, но право проживания у него здесь остается, да. Потому что он от своего права, от права приобрести в собственность отказался. Ясно. Вот. Спасибо. Очень показательные примеры. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Дозванивайтесь. Ольга Николаевна Булатова, консультант Нотариальной палаты Самарской области, сегодня гость программы «Территория права». Если у вас есть также вопросы по завещанию, по наследству, по брачному договору, дозванивайтесь к нам. 202-11-22. Ну, телефоны, собственно, постоянно у нас на экране. Звоните, уважаемые телезрители. Вот такой вопрос. Не секрет, что сделку можно оформить через риэлтора в простой письменной форме. Примеры в начале программы я приводила. Но вот все-таки многие эксперты советуют обращаться к нотариусу. Вот давайте расставим приоритеты все-таки. Где выгоднее, быстрее, а самое главное, где и как правильно, официально оформлять эти документы? Как оформлять правильно и официально, у нас определяет законодатель, предоставляя гражданам выбрать форму сделки. Есть у нас сделки, которые могут быть совершены в простой письменной форме, и сделки, которые могут быть обязаны быть удостоверены нотариально. Но законодатель говорит, если сделка, которая не требует обязательно нотариального удостоверения, все-таки стороны желают ее удостоверить нотариально, без вопросов, обращайтесь к нотариусу, и это даже будет лучший вариант совершения сделки. Почему? Потому что в данном случае нотариус проверит, о чем мы говорили, да, чистоту сделки, принадлежность, он установит дееспособность сторон, личности сторон, обратившихся, совершит иные действия и будет отвечать за юридическую чистоту сделки. В этом случае нотариус будет нести ответственность и как квалифицированный специалист он совершит все проверочные действия, которые необходимо сделать. Риэлторы, к сожалению, ну и зачастую даже не обладают юридическим образованием, ну потому что законодатель не установил такого требования к данной категории лиц, не обладая образованием юридическим, фактически они должны выполнять функцию в помощи объекта недвижимости для приобретения либо продажи. Да, их функция на рынке недвижимости
у них есть, да, объем работы, но совершать правовую проверку, правовую работу должен все-таки специалист. Поэтому, расставляя приоритеты в выборе формы сделки, однозначно необходимо остановиться на том, что приоритетнее, безопаснее и дешевле, даже дешевле обратиться к нотариусу, поскольку нотариус проверит представленные документы, разъяснит сторонам. Риэлтор, как правило, представляет интересы одной из сторон и заинтересован либо поскорее продать, да, либо выгоднее купить. И чем быстрее пройдет сделка, рынок недвижимости у нас может и стоять, и не двигаться, чем быстрее он проведет сделку, тем быстрее он получит свою выгоду и получит денежные средства. Нисколько не умаляя деятельность ответственных лиц в данном вопросе, все-таки нужно сказать, что правовую экспертизу документов будет проводить нотариус, который защитит права каждой из сторон сделки, разъяснит все последствия сделки продавцу, разъяснит все последствия сделки покупателю. Если у них есть вопросы взаимные, да, поможет их урегулировать, подскажет, каким образом закрепить в договоре, поможет даже и при расчетах, потому что расчеты при совершении сделок с недвижимым имуществом, связанные с операцией крупной суммы денежных средств, расчеты можно будет осуществить также у нотариуса посредством внесения денежных средств в депозит нотариуса. Спасибо большое. Более чем понятно. У нас есть звонок от телезрителей. Здравствуйте, мы слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я хочу подарить квартиру, а документы на квартиру, как только мы ее приватизировали, мы все потеряли. Скажите, как я могу их восстановить? Спасибо за вопрос. Возможно? Мы потеряли, да. Скорее всего, квартиру приватизировали в общую долевую собственность, наверное, там. Ну, предположим. Да, да, в нескольких долях, но в любом случае, вне зависимости от того, сколько сособственников в квартире, восстановить документы возможно. Если обращаются к нотариусу, если вы будете обращаться к нотариусу за совершением данной сделки и удостоверением договора дарения, никуда ходить, тратить время, денежные средства для восстановления утерянных документов вам не потребуется. Нотариус самостоятельно запросит сведения из Единого государственного реестра прав недвижимости, получит сведения о зарегистрированных правах, а также сведения о содержании правоустанавливающего документа, в котором будет видно, на основании чего вы данную квартиру приобретали. Поэтому даже в отсутствии подлинного экземпляра правоустанавливающего документа, это договор о передаче квартир в собственность граждан, сделка может быть совершена. Немножко разъясню по данному вопросу, поскольку не совсем понятна из вопроса ситуация. Если, вот все-таки слово «мы» усматривается наличие долевой собственности, если отчуждение гражданин будет производить только лишь своей доли в праве на недвижимое имущество, дарить только свою долю, это будет обязательная, сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если квартира будет отчуждаться целиком, конечно, можно будет совершить сделку в простой письменной форме, но, обратившись к нотариусу, вам не потребуется самостоятельно бегать, оформлять документы и передавать документы на государственную регистрацию, поскольку нотариус это сделает самостоятельно. Спасибо большое. Есть еще звонок. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня приватизирована квартира. Что мне удобнее и выгоднее, составить договор дарения на внука или написать завещание на него? У меня уже в преклонном возрасте. Здравствуйте. Да. Дополнения какие-то нужны? Нет, дополнения. Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Дилемма извечная граждан. Что же лучше, доверенность и завещание? Это два совершенно разных нотариальных действия и два совершенно разных способа распоряжения имуществом. Завещание – это односторонняя сделка, распоряжение на случай смерти. Пока вы здесь и с нами,
квартира будет ваша. Хорошее у вас отношение с внуком, вы принимаете решение сами. Кто в квартире живет, кто ей распоряжается, будете ли вы в ней проживать. Если вы совершаете договор дарения вот сейчас, то вы собственником квартиры перестаете быть. Собственником квартиры станет ваш внук. Надеемся, что ваш внук воспитан добропорядочным гражданином, но, к сожалению, примеров множество, когда зачастую престарелые люди оказываются без жилья. И в последующем квартиры перепродаются даже самыми близкими родственниками, несмотря на то, что... То есть он может распоряжаться по-своему, да, продать, это... также подарить. Также подарить, обменять. Да. Угу. Либо посчитать, что с бабушкой жить неудобно. Почему вопросы возникают? Что же лучше, завещание, дарение? Даже, вот, мне кажется, больше не из-за правовых последствий, потому что задающий вопрос, как правило, правовых последствий до конца еще и не понимают. Самое главное – внуку-то. Да? В народе бытует такое поверье, что после дарения это дешевле, а завещание нужно платить какие-то налоги на наследование. Налогообложение не возникает ни при дарении между близкими родственниками, да, бабушки, внуки, близкие родственники, а в случае наследования налогов не возникает налогообложение вообще. Кто бы ни, вот какое бы лицо ни выступало в качестве наследника. Размер оплаты нотариального тарифа при оформлении завещаний, при оформлении договора дарения в любом случае потребуется. Регистрация государственная, право собственности, которое будет возникать как после оформления наследственных прав, так и после оформления договора дарения, также будет иметь место. Поэтому нужно ориентироваться только лишь на правовые последствия и только лишь на то, какого эффекта вы желаете достичь. Прекратить свое право собственности, либо пользоваться и быть собственником квартиры в настоящее время, в последующем передать ее внуку. Спасибо большое. У нас есть еще один звонок. Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Это программа «Территория права». Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Вот у меня такой вопрос. Я студент. Живу с бабушкой. Так. Вот. И она, значит, хочет завещать мне квартиру. Вот. Но я... Говорите, говорите. Да, да, но я прошу ее, чтобы она мне ее подарила, угу. Поскольку, чтобы не платить налог на наследование. А, вот. Понятно. Потому что при дарении такого налога не платить. Спасибо вам большое за вопрос, но если вы слушали ответ предыдущий, был вот практически одинаковый, только вопрос задавала бабушка. Коротенько, ответьте, пожалуйста. Популярный, да, популярный вопрос. Налога на наследование не возникает, Сергей. Нам мы об этом только что говорили. Поэтому требовать от бабушки, чтобы она вам подарила, заставлять, понуждать, конечно, не надо. Если только лишь вы переживаете о том, что вам потребуется понести некие дополнительные расходы в виде налогообложения. Итак, налог между близкими и родственниками. Поясните, что... Налога. В результате получения на наследуемое имущество не возникает ни между близкими родственниками, вне зависимости, какие бы родственные отношения, даже в отсутствии родственных отношений, никакого налогообложения не возникает. При дарении налогообложения не возникает, только лишь при дарении между близкими родственниками. Дети родителям, бабушки, внуки, супруги между собой. Спасибо большое. У нас есть еще один звонок. Мы приветствуем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. У меня в моем личном доме, в собственном доме, прописан внук. Так. Вот какой... Я сейчас хочу его выписать, потому что я продаю этот дом. Имеет он право на какую-то часть? Дом оформлен на меня. Внук несовершеннолетний? Совершеннолетний, 32 года. Взрослый внук. Угу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы являетесь собственником дома. Являясь собственником имущества, каждый собственник самостоятельно принимает решение, каким образом он
распоряжается и пользуется данным имуществом. Полагаю, что ваш внук был зарегистрирован в указанном доме с вашего разрешения, и фактически он продолжает проживать в этом доме, пользуясь безвозмездно, да, в связи с вашей доброй волей. Основание вселения, ну, вряд ли дом подлежал приватизации, скорее всего, он приобретался, поэтому говорить об основаниях вселения и про наличие у внука права пользования указанным жилым домом, которое не прекращается в связи с отказом от использования права приватизации, не имеет места. Если вы желаете внука выписать из указанного жилого помещения, он там действительно не проживает, его регистрация носит формальный характер, вы можете его, конечно, попросить. В случае отказа снятие с регистрационного учета будет осуществляться в судебном порядке, поскольку вы в данном случае будете реализовывать право собственника жилого помещения. Спасибо большое. Мы продолжаем наш разговор. Ольга Николаевна Булатова сегодня гость программы «Территория права», консультант Нотариальной палаты Самарской области. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем принимать ваши звонки по телефонам, которые вы видите на экранах. Также обратите внимание, периодически появляются телефоны и сайт Нотариальной палаты Самарской области, где в рабочее время, разумеется, консультанты ответят на все необходимые вопросы. Если вам нужна консультация, можно обратиться напрямую к нотариусам. Есть звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Я купила квартиру, договор оставляли, и деньги я передавала в риэлторской фирме. Так. В МФЦ в день подписания мы не попали. Там была очень большая очередь, и, в общем, решили в другой день обратиться. Соответственно, там документы никакие вот на права мы не получили. И теперь я никак не могу выцепить продавца, он скрывается, говорит, что то с работы не отпускает, то трубки не берет. Вот как вообще там мне обращаться, и что сумма-то большая передана? Что подскажете? То есть в присутствии риэлтора была просто передана сумма? Ну, договор составили у нас там в риэлторской этой компании, и деньги, да, передали. То есть там наличку передавали, деньги продавцу. Да, спасибо вам за вопрос. Ольга Николаевна, вот, по-моему, это та ситуация, да, да, о которой это та мы ситуация, говорили. Потому что если все это происходило у нотариуса, во-первых, нотариус самостоятельно передает документы на государственную регистрацию, если стороны не возражают. Но это возражать, чтобы нотариус осуществил данное действие, наверное, нецелесообразно, неразумно, поскольку, во-первых, нотариус передает на государственную регистрацию бесплатно, во-вторых, в случае передачи на государственную регистрацию документов нотариусом после удостоверения договора размер государственной пошлины за государственную регистрацию прав взыскивается в уменьшенном размере. Вместо 2000 рублей – 1400. Это даже выгодно получается. Но предположив, что стороны отказались самостоятельно, отказались, чтобы нотариус самостоятельно передал документы на регистрацию, наличие нотариально удостоверенной сделки позволяет обратиться за регистрацией права только одной из сторон сделки. Вот в этой ситуации покупатель со своим экземпляром договора обратился бы в регистрационную в органы Росреестра и осуществил регистрацию перехода прав собственности, регистрацию права на свое имя. Да, ну, это если бы они обратились к нотариусу. Да, ну, вот, да, к сожалению, да, наша ситуация, если так будет продолжать уклоняться, ну, а я думаю, если уже... То есть здесь уже мошеннические действия налицо? Налицо. Налицо? Да. Потому что человек скрывается. Человек скрывается только лишь в суд. В судебном порядке. То есть риэлтор, в данном случае, в присутствии которого составлялся договор и были переданы деньги, он является каким-то официальным лицом, свидетелем, там, я не знаю? Ну, только если свидетелем... То есть гарантом никаким не является? Конечно. Принудить гражданина он тоже не может. Не хочет, да. Вернуть денежные средства приобретателю он не будет, поскольку указанные денежные средства риэлтор не получал. Да. Он являлся только лишь свидетелем при совершении указанного
действия при подписании договора и передаче денежных средств. Но наверняка есть какая-то расписка вот в данном случае. Она какой-то... Ну, полагаю, что в договоре, наверное, указано, что денежные средства были переданы. Возможно, есть расписка. В любом случае требовать государственной регистрации права уже на свое имя девушки необходимо только лишь в судебном порядке. То есть если этот человек не откликнется? Да, если этот человек не откликнется, возможно, он откликнется после того, как будет подано исковое заявление в суд, да, и не доводя дело до вынесения решения, откликнется и пойдет в добровольном порядке вместе с вами осуществлять государственную регистрацию. Если этого не случится, будет вынесено решение суда, и уже решение суда станет основанием для государственной регистрации права. Кроме того, советую вам, обращаясь в суд, и сделать это все-таки незамедлительно, наложить ограничительные меры на квартиру. Да. Потому что до настоящего времени собственником недвижимости является вот этот продавец. Человек, который получил деньги, да, и право собственности еще. А право собственности еще за ним. Мы не можем прогнозировать и знать, а не продана ли эта квартира еще несколько раз другим лицам. Да? Замечательно, что если этого не произошло, в судебном порядке вы сможете зарегистрировать право собственности на свое имя. А если это произошло, то у нас уже получается несколько потерпевших, да, и каким образом будет осуществляться возврат денежных средств, большой вопрос. Ну, хочется надеяться, да, все-таки, что сделка здесь чистая, и вот на будущее, кто сейчас нас смотрит и слушает, конечно, ограничить себя вот от подобного рода действий. Ольга Николаевна, вот у меня, может быть, итоговый вопрос. То есть можно ли утверждать, что, обращаясь к нотариусу, человек может отказаться от агентов, от риэлторов, от адвокатов по недвижимости, полагая, что нотариус полностью проведет сделку. Вот решила я, к примеру, продать квартиру. Я прихожу к нотариусу, приношу документы, да, привожу с собой обязательно второго участника, да, и вот у вас все это начнется, продолжится и завершится, соответственно, чтобы можно быть спокойным и за чистоту сделки, и за собственные средства, ну и в итоге получить желаемое. Да, нотариус. Да, у нас есть звонок. Да. Может быть, ответим, да, и тогда ответим, продолжим, да? Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Такой вопрос. Мы с сестрой имеем трехкомнатную квартиру пополам. Живем мы прописаны в квартире я и мои дети. Сестра там не живет. Ее комната закрыта на ключ. И сейчас сестра хочет продать долю в квартире чужим каким-то людям. Мне продавать отказывается. Как мы там вообще будем жить? Даже не представляю. Спасибо. Есть законный способ регулировать этот вопрос? Да, во-первых, долевая собственность предполагает возможность реализации права преимущественной покупки доли в квартире. Поэтому только лишь при условии, что вы откажетесь, не реализуете свое данное преимущественное право, сестра сможет продать третьим лицам свою долю в недвижимом имуществе, поскольку первоначально она должна известить вас. Следующий вопрос. Известить как? Отказывается, да, известить то есть, вас официально как-то? Официально, конечно. Во-первых, указать существенные условия сделки, указать сумму, за которую планируется продажа указанной квартиры. Извещение может быть осуществлено либо посредством направления через нотариуса, данного письма. То есть молодому человеку нужно обратиться к нотариусу? Нет, молодой человек не желает продавать, желает сестра. Сестра перед тем, как продать, обязана известить молодого человека. Поэтому она может известить, направив телеграмму, либо она извещает посредством нотариуса, направляя указанное извещение через нотариуса. Если вы не получали по месту жительства, по месту вашей регистрации указанных писем, не приходили к вам данные письма, то получается, что сестра не исполняла данные обязанности. Поэтому необходимо помнить, что если к вам поступали письма, но вы просто-напросто не обратились за их получением и не получили их физически, но знаете, что эти письма были, это не означает, что корреспонденция к вам не поступила. Поэтому получаете... Ольга Николаевна, я вынуждена сделать точку, потому что наше время подошло к концу. Уважаемые телезрители, кто дозвонился последний, вы можете перезвонить 17 февраля. Наша программа выйдет в прямой эфир, и более полный ответ вы, конечно, получите в нашей программе. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Смотрите программу «Территория права» и, конечно, готовьте вопросы. Всего хорошего. До свидания.